Грачевичуки все стала участником марафона «Добро капля за каплей», проходившего в рамках всероссийской акции «Вода России». Акция по очистке берега реки Кубань от мусора прошла в Черкесске. Марафон собрал 137 участников, которые очистили от мусора почти 3 километра береговой линии. Подробности у Али Баташева. Летний отдых в живописном месте – мечта многих отдыхающих. Но горы мусора на цветущих лугах и вдоль речки портят не только настроение, но и экологию. Марафон «Добро капля за каплей», проводимый в Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Вода России», собрал 137 участников. Цель – очистить от мусора несколько километров береговой линии Кубани и привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения мест массового отдыха. У нас всероссийский марафон, то есть мероприятия параллельно проходят сразу в нескольких субъектах. Это субъекты, лидеры рейтинга общероссийского по проведению акции «Вода России». По итогам 2021 года Карачаево-Черкесия заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге. Это по количеству участников, по протяженности береговой линии убраны. Поэтому сегодня вот вместе с другими регионами-лидерами мы проводим такой марафон. В рамках нашего марафона у нас двухкилометровая береговая линия реки Кубань будет убрана и будет записано видеообращение, так называемый видеопривет для других регионов участников. Эта акция очень важна, особенно для нашего региона, потому что у нас замечательные, красивые места для отдыха. Люди хотят отдыхать в красоте, в чистоте. Хотелось бы, конечно, попросить отдыхающих убирать за собой мусор. Волонтеры с воодушевлением принялись за работу. Мешки быстро заполнялись различными отходами. Валерия Скачедубова участвует в акции впервые. Я думаю, что если каждый также соберется с компанией и будет собирать мусор, мы добьемся чистой экологии. А еще лучше не оставлять, да, мусор? Да, а лучше еще не оставлять и сразу же убирать за собой. А вы еще планируете принимать участие в таких акциях? Да, я думаю, что если мы также будем собираться, конечно, я еще раз приду и с удовольствием. Чистота прибрежной зоны, береговой линии, конечно же, влияет и на чистоту вод. Поэтому вот сегодня проводим такую большую акцию, собираем мусор, бутылки. Транспортировка и переработка собранного мусора осуществлялась региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Глобус», традиционно выступившим партнером акции. Отличительная особенность акции – раздельный сбор отходов. Предоставляем технику, людей, с удовольствием принимаем участие в таких акциях. Хотим, чтобы это стало большой традицией для нашей маленькой красивой республики. Несортируемые бытовые отходы. В завершении мероприятия было записано видеообращение к активистам из Алтайского края, Республик Татарстан, Ингушетия и Северной Осетии Алания. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.